является суверенной страной с правом, как и каждый суверенный народ, определять свою столицу. Тем не менее, в течение многих лет мы не признавали очевидной, простой реальности, что столица Израиля – Иерусалим. 6 декабря 2017 года Соединенные Штаты наконец-то официально признали Иерусалим столицей Израиля. Полицейские работают в усиленном режиме. На данный момент здесь и в окрестностях по всему Иерусалиму сосредоточено около 2000 полицейских и пограничной полиции.